продают этот. Ой, не Бигфут, монстр. Третий дом, а не Вольфити. Там понятное дело. Что? А кто? Слышите, ух, а кто у вас на Кеймане? Кто у вас на Кеймане? Артём Метальников. Дурачок, не будет, кажется. Это Рич Типик, не? Да, нищий. Ноунейм это его ВК? Он просто продает этот, блядь. Ну, 170 дом. А, это нормально, кстати. Это бит. Нет, дом. Как его зовут, блядь? Monster Truck, вон. 170 бит, это что? Закуска? Закуска. Какая? Помойная. Кажется. Не, нормально. Ну, я домик включу 170. Это гаражечка великая. Уже взяли 10 этого? Не, за меня какой-то идиот так. А, не в студии, понял. Тюну, не в студии. Сзади меня какой-то идиотик летит, понимаешь? Типа, даже если я первый вылетел, меня все равно догнать по FPS. FPS лобляет, конечно. Просто конфетти. Еще и это Arizona Tower, которая сейчас будет дебашить меня. Них цузамен, я забрал. Я тоже эту мусорку забрал. Ну нормально закусь. Автосалон. Строит. Говорю, мусорка. Нормально, слышишь? За пятьдесяточку, да, она уйдет. Тут 291 сиера, 167 золота. Ты оставил? 170-й домик. А упал 170-й дом и 170-й бис. Великий. Нормально. Дома бизы. Не-не. Ну, это поистине великий достаточно домик такой. А что там по гаражу? А, дом закрыт. Ну ладно, не будет у вас.